Недалеко от ворот убежища демона, на равнинах ужаса Баала, Альянс ангелов и душ мертвых собирает свои войска перед последним штурмом крепости демонов. Садиэль, мои войска прибудут буквально через несколько часов. Нам нужно продумать последнюю атаку. Ариэль должен был уже прибыть. Интересно, успеет ли он увидеть эту битву? Мы живем в трудные времена. Времена, когда храбрость мужчин и женщин должна пройти испытание. И когда храбрость, дружба и честь являются нашими проводниками в этой гнилостной пустыне. Где мы победим, как в былые времена, и принесем мир в царство мертвых. Ваша уверенность согревает мое безжизненное сердце. Но Баал — соперник неизмеримой силы. Не бойтесь ничего, мой друг Дракус. Скоро мы с вами будем прогуливаться по этим землям. А ваше безжизненное сердце найдет покой. И ваше имя войдет в слова песен и легенд. Стойте подле меня, мои собратья. Сражаться в одиночку в этой пустыне равносильно поражению. Владыка Садиэль, Ариэль прислал меня, чтобы сообщить. Наши люди попали в засаду неподалеку отсюда. Враги неожиданно напали на нас, и теперь Ариэль находится в окружении демонов. Боюсь, они могут уничтожить его, если мы не поспешим. Поэтому, пожалуйста, идемте со мной, спасем Ариэля. Садиэль, я сожалею, что создал столько проблем. Я изучал возможные доступы в убежище. Как вдруг демоны напали на нас и убили моих людей. Я думал, что нас не заметят. Но эти твари видят все, что происходит на этих землях. Вперед, мои храбрые сыновья! Дайте им вкусить справедливости со своих мечей.
боже, сколько врагов! И это только передовой отряд. В убежище демонов должен находиться по меньшей мере целый легион. С чем столкнемся мы завтра, когда прорубит горн? Увижу ли я еще когда-либо мои ледяные равнины?